Пикачу, Пикачу, я не знаю, что мне больше делать, честно. Честно, половина подписчиков пишет то, что им часовые серии надоели, потому что они слишком длинные и слишком скучные. Пикачу? А половина потом ноют то, что почему не часовая серия, я не знаю, почему не часовая серия, я не знаю, что мне делать, Вот Пикачу, давай все ты будешь решать, давай скажи подписчикам то, что если мы наберем 15 тысяч лайков на вот этой серии, то следующая серия выйдет сразу же завтра, и я обещаю то, что она будет часовая, мне просто надо знать, хотят ли они часовые серии, или хотят они, чтобы выходили только полчасовые серии. Вот если наберем 7 тысяч лайков, выйдет полчасовая серия, завтра, послезавтра. А если наберем 15 тысяч лайков, вот прямо рекорд поставим, обещаю то, что выйдет часовая серия. Вот Пикачу, шандарахни молнии куда-то, чтобы они наконец-то поняли вот это. Хорошо, Пикачу, хорошо? Пика-пика! Оникс, Оникс, хочу тебе историю расскажу. Короче, слушай. Майнкрафт реальной жизни с реальных блоков. Видал такое? Ну или же летсплеи и мультики для самых маленьких. Если нет, то заходи, подписывайся на канал Кубера. Ссылочка будет в описании. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию нашего 7 сезона с модом на покемонов. И ребята, стоп, руки убрали от клавиатуры, убрали. Не надо сейчас писать в комментарии, Эдисон, а где часовая серия? Ребята, в первую очередь, я уже вам только что объяснил. Я хочу видеть то, что вы хотите видеть. Часовые серии, да, ребята. Поэтому, если мы сможем дать 15 тысяч лайков, даю вам вот этот, видите, вот этот зуб, вот этот зуб. То, что если мы наберем 15 тысяч лайков на вот этой серии, то послезавтра выйдет новая серия Пиксельмона. Не через неделю, а послезавтра, и она будет длиться 1 час. А вообще, ребята, давайте рассудим немного... Вот так, немного по-дурацки, но все же, ребята, что лучше? Одна серия Пиксельмон в неделю, которая будет длиться 1 час, или 2, а то и 3 серии Пиксельмона в неделю, которая будет длиться полчаса? Посудите, ребята, час Пиксельмона — это офигеть как много. Спустя 1 час записи серии, точнее уже при конце где-то там, когда уже 20 минут не хватает к часу, я уже просто офигеть какой убит, ребята. Я уже не могу записывать серии, я просто умираю. А за полчаса происходит все самое интересное. Если мы серию растягиваем на час, это офигеть как скучно. Ребята, вот напишите в комментарии, как вы хотите, чтобы выходили серии Пиксельмон. Допустим, понедельник нету серии, вторник есть серия, которая будет длиться 1 час, и в среду нету серии. Или, допустим, понедельник есть серия Пиксельмона, которая длится полчаса, вторник нету серии, зато в среду есть еще одна серия, которая будет длиться полчаса. В два раза больше серии Пиксельмон, но в два раза короче. Но я в два раза буду веселее и полон сил, потому что они не будут так меня утомлять. И, в принципе, ребята, я просто не вижу то, что вам нравятся часовые серии, вы перестали ставить лайки на Пиксельмон, но я буду рад, если вы все же влепите большущий палец вверх на вот эту серию, чтобы я наконец-то увидел, хотите ли вы дальше видеть часовые серии Пиксельмона или же нет. А сейчас меньше разговоров, больше дела, ребята, что мы будем делать в этой серии. В этой серии у меня есть уже небольшие такие плянчики. В первую очередь мы, наверное, заспавним легендарного покемона Артикуну, потому что орб у нас уже есть прокачан. Да, а потом начнем делать орб на вот этого. Вот на Молтреса. Вот, да, вот на Молтреса, ребята, на Молтреса. Да, дальше. Мы пойдем на базу команды R и сразимся следующим... Кто там у нас? Следующий кто-то там у нас, кто-то там, я не знаю, кто там, но какой-то помощник там команды R, помощник Джейси Джеймса. Мы, ребята, пойдем и увидим, что такое. И недавно был стрим, где я на стриме... Опа-на, ёханый бабай. Шайни рулет. Только он 47 уровень, это просто жопа, если честно. 47 уровня я не смогу словить. Я не смогу его словить 47 уровня. Но, ребята, недавно был стрим, где мы прокачали наконец-то Вулкарону к 60-му и прокачали Эмфороса к 60-му. То есть, о, нифига себе, с первого же покебола словил. То есть, на стриме мы, ребята, прокачали двух покемонов к 60-му уровню. Это достижение, если честно. Это большое достижение, потому что мы их очень долго прокачивали. Да, но. Что насчет команды R? Мы пойдем на команду R. Вот не знаю.
Мы пойдем, я, наверное, возьму другую команду, и мы все же туда пойдем. Потому что, как видите, этой командой, ну, вряд ли я что-то могу сделать. Потому что, как видите, у меня еще Белспроуд какой-то там 16 уровень и тому подобное. Поэтому, ребята, сейчас мы идем на остров для прокачки. Да почему ты убираешься у меня? Смотрите, что это за бред? Почему у меня с инвентаря убираются вот эти... Вот эти... Офигеть, вот смотрите, как только я нажимаю буковку R, у меня с инвентаря все убирается. Что это же за жопа, а? Так, вроде я все пофиксил, на меня напал Райчу. Поэтому, ребята, в этой серии, можно сказать, вы сражаетесь против Пикачу. Потому что Пикачу сказал то, что будут часовые серии, если вы докажете мне то, что вы хотите увидеть часовые серии. А я, ребят, пока этого не замечаю, потому что лайки перестали набираться на Пиксельмоне. Я, ребят, не знаю, нравится ли вам Пиксельмон или вы хотите уже что-то другое. Я, честно, ребят, пока не знаю. Мне нужно понять, нужно увидеть ваши желания. Вот честное слово, ребята. Мне это нужно очень увидеть, прям, чтобы у меня у самого загорелось желание дальше продолжать записывать Пиксельмон и часовые серии. Хоть часовые серии, ребята, поймите меня тоже, это просто жопа. Это настолько большая жопа, что просто офигеть. Час! Мне проще стрим... Я вижу Шани, но этот Шани у нас уже есть. Ребята, час Пиксельмона это жопа просто. Вот прям вот так вам скажу, потому что это утомляет так, что вы не представляете. Мне не лень записывать Пиксельмон. Я могу записать даже две серии, но лучше полчаса. И вам будет проще, потому что, ребята, согласитесь, то, что смотреть час Пиксельмона, это просто тоже офигеть, как много. А, допустим, за два дня посмотреть лучше две серии по полчаса, мне кажется, будет даже проще для вас. Поэтому, ребята, наверное, мы так будем и делать. У меня опять стоит тут хард нафиг или что, потому что у меня... Да почему? Ребят, что за хрень? Смотрите, я ставлю сюда вот это, вот это. Почему у меня нафиг с инвентаря... Вот, смотрите, нажал двоечку, нажал одинить... Вот, смотрите, почему у меня... Вы это только что видели? У меня с инвентаря пропала алмазная кирка и полстака картофана. И что это только что было, а? Так, ребята, я перезашел в майн, в сам мир покемонов, потому что, как вы сами видели, это началась вообще твориться какая-то жопа. Вот прям офигеть, что это было. Я, если честно, до сих пор не понимаю, куда у меня пропало полстака одного и алмазная кирка вот это. Вообще непонятно, вообще непонятно. Ну ладно, ладно, давайте, ребята, будем дальше прокачиваться. Потому что, если мы хотим пойти на команду R, вы сами понимаете, то, что это будет слишком тяжело. Но мы, наверное, возьмем Селеби, у нас есть Селеби. Возьмем еще... Кого мы еще... возьмем, ребят, кого бы еще возьмем? Селеби, Лугию, Забдоса, Артикуну, если мы заспавним его в этой серии, да, и порвем эту команду R там на мелкие кусочки, да, вы согласны, ребята? Так оно 100% и будет. Но в первую очередь я бы очень сильно хотел прокачать Принклопа, потому что, ну, в принципе, Эмполеон сам по себе сильный покемон, тем более, как я помню, у него будет атака Earthquake, то есть землетрясение. Он еще и шайни, ёпта. Ёпта, Шайни Эмполеон, он прям такой красавчик будет, отвечаю просто. Да, поэтому, так, фури-атак в попу ваш, фури-атак в попу ваш фури-атак. Но, ребята, сейчас мы пойдем, наверное, в зимний биомчик, потому что вы помните то, что в зимнем биомчике офигеть, как много пылесосиков. Во! Не успела сюда допихнуться, как вижу, уже тут два коричневых друга надрючат друг друга. Вот, задрючил, сейчас я тебя задрючу. Так. Если он меня в первую очередь не задрючит. Что я только что сказал, не знаю. Хоть, в принципе, он меня не так уж и сильно и бьет. Ох ты ж, нифига себе, да, да Принклоп, ты уже прям Рэмбо какой-то. Вот прям, иди сюда. Давай, нападай. А Принклоп вообще будет все... Так, тихонечко, пылесосики, вы такими жестокими не будьте. Ребята, осталось 6 уровней. И после этого, после этого на Шайни Принклоп станет Шайни Эмполеоши. Да, и это будет офигеть как круто. Так, и, да, Шайни Пилесвайн, Шайни. Шайни Пилесвайн нам не нужен, потому что у нас уже есть Шайни Свайну. Опа, вот так. Уйди с дороги. Уйди, приди сюда, на. Ну, в принципе, ребята, заново пылесоса дает почти один уровень, то есть где-то 80%. Это круто. В этой серии, ребята, вот. А хотя бы, нет, где-то реально 80%. А, наш Принплуша, точнее, уже можно его назвать Эмполеоном, потому что он 100%, то, ну, через пару минут станет Эмполеоном. Я на это надеюсь, если нас вот сейчас этот пылесосик не завалит. Хоть, в принципе, что, наверное, очень даже возможно.
Ах ты ж какашка, какандюля. Завалил ты нас? Ладно. Ладно, значит, прокачаем немного Беллспрута. Вот завалил нас, говно. Я уже набрался этих словечек от Игоря, говно. Так, 49-й. Если он нас сейчас не стукнет, то мы с него получим где-то 1.5 уровня. Это офигеть как много, ребята. Вот твою штат фуражку, а. Ладно, ладно, Эмфорос, давай. Будем заодно Эмфороса прокачивать. Эмфороса, Беллспрут, смотрите, уже даже эволюция Беллспрута. Шайни Беллспрут у нас, ёханы. Давай, да, давай, эволюционируй. А я вот не знаю, для него нужно камень какой-то. И кем он, кем? Ну сейчас, в принципе, если Беллспрут, то сейчас он будет Виппинбеллом, да? Или как его там называется. А если у него еще какая-то эволюция, Виппинбелл? Ребята, что-то мне кажется, нету. Ну да ладно, смотрите, Шайни Йоханей Виппинбелл, смотрите. Опа! Красавелла просто. Но я хочу увидеть Шайни Эмпулёшу. В первую очередь. В первую очередь Шайни Эмпулёшу, потому что он вообще красавчик. И хочу очень сильно увидеть землетрясение у Эмпулёна. Потому что эта атака реально будет разубивать всех просто на части. Тех же вот этих пылесосиков. Пылесосиков. Так, тут есть кто-то? Опа, вот там еще есть. 1, 2, 3. Вот Эмпулёша обычный. У нас Шайни сейчас будет бе-бе-бе-бе-бе. Так, давай. 33-й сейчас у нас уже... Как он... А, нет, я уже думал, как он навек умер. Уже хотел материться, вот сейчас, как он там умер, как он меня убил. Так, Брайан... давайте Брайаном. Давайте Брайаном его ударим, да? Брайаном. Опа, нормально. Не убивай нас, пожалуйста. Не убивай, я сказал. Во, красавчик. Красавчик. Еще 2 уровня, ребята. Прям держите кулаки, потому что еще 2 уровня осталось, и мы увидим Шайни Эмпулёна. Я уже очень этого хочу, честно. Нам вообще повезло, офигеть, то, что мы нашли Шайни Пиплопа. Это просто чудо-юдо какое-то, чудо-юдо нафиг. Так, возвращаемся походу обратно. Потому... О, вот там, 1. Снежок, ребята, снежок. Я сейчас заплачу, снежок, ребята. Вот, есть у вас снежок вот сейчас, ребят, напишите, есть ли у вас сейчас снежок в городе, и напишите, где вы живете, и много ли у вас там снега. Я просто скучаю по снегу, это просто офигеть. Я в Москве был где-то 2 недели назад и видел там снег. В последний день, когда я уже должен был улетать, пошел снег. И когда я видел то, что идет снег, я такой... Я вот честно вам скажу, ребята, я просто упал. Я просто упал вот так на землю и просто вот так лежал 5 минут. Потом встал, у меня вся жопа мокрая была. Но не суть. Зато развлекся. Потому что когда ты полжизни уже не видишь снега и потом видишь, как он падает, такой... Ну, снег, а не пиписьки. Вот, я прям офигел, честно. Вот знаете что, ребята, можете даже вот сейчас зайти в мой ВКонтакт, в мой Инстаграм. Ссылочки будут в описании, сразу первые 2 ссылочки в описании, ВКонтакт и мой Инстаграм. Заходите, подписывайтесь. И если вы думаете, то, что я вам вру, там есть мои фоточки, где я реально валяюсь в снегу. То есть я вам не вру, я реально как какой-то ребенок нафиг радовался то, что идет снег. Я просто офигел, ребят, я просто офигел, это круто. Вот подразните меня, пожалуйста, напишите в комментарии, где вы живете, какая у вас сейчас там температура, потому что у меня за окном сейчас плюс 20 зимой, плюс 20, да. Напишите, какая у вас сейчас там температура и идет ли у вас снег или дождь, или фиг его знает что, только бы не жара, меня уже тошнит от этой жары, я вам просто, ребята, говорю, жара это ужас. Вот давайте будем рассуждать логически, когда жарко, ты ничего не можешь сделать. Ну, конечно, ты можешь залезть там в холодную ванну. Конечно, ты можешь залезть там в бассейн какой-то, да, и полдня просто там просидеть. Это да. Но, по идее, ты никак не можешь остудиться. Лёда себе в труселя накидать. Льда не пойдет. Коки отморозите. А, допустим, когда вам холодно, вы можете согреться. Просто укрыться одеялом, и вы согреетесь. Поэтому, ребята, я уже ненавижу эту жару, потому что, когда у тебя круглый год жара, зимой плюс 20, а летом плюс 50, плюс 55, я вам серьезно говорю, то это просто жопа, ребята. Я уже соскучился по снегу, когда мне там рассказывают, то, что они где-то там живут в Новосибии, Новосибирске, вот сейчас в ноябре у них уже минус 30, я такой, ёханый бабай, заберите меня туда, пожалуйста, потому что я уже не выношу вот эту жару, это что-то ужасное, честно, ребята. Это, я просто не могу эту жару уже видеть, ощущать на себе, это просто честно, просто не могу. Я хочу холод. Я не знаю, подразните меня, ребята, пожалуйста, напишите, как у вас там холодно.
Ох, но зато уже у нас принтплап. 36-й уровень принтплапа. Сейчас посмотрим, какой он будет красавчик. Ребят, я обещаю, в этой серии я пойду на команду R. Может, даже мы заспавним Артикуна, потому что в первую очередь у нас до сих пор еще нету мастербола. Нам нужно купить мастербол, поменять все наши ресурсики, купить мастербол и потом посмотреть. Вот смотрите, ребята. Ой, ёханый бабайкрас. Красавелла, какой эмполион. Так, давай, давай. Я хочу, чтобы ты изучил Earthquake, пожалуйста. Earthquake. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, давай. Пинай, я сказал, пинай их. Не надо меня замораживать. Давай пинай их. У нас, кстати, Earthquake случайно нету в темках, в наших сундуках, в наших складах. Прям офигеть, каких больших. Нужно будет проверить, ребята, нужно будет проверить. Вот там был, конечно, не пылесос, но давайте сюда потопаем, потому что их тут вроде два было. Я не говорю то, что мы сможем Эмполиона прокачать к 60 уровню в этой серии, конечно, не сможем. Нет, да, ты давай, я убегу и сам на тебя напам, напам, да. Напам, что такое напам? Какая-то новая мазь, да? Напам. Нападу. Напам. Так, иди сюда, не дрази меня, Эмполион 40. Ух ты ж, ёханый бабай. Ладно, Вулкарода, твой выход, Вулкарода. А, ну давай, пни его. Вулкарона. Вулкарона, ёханый бабай. Вот. Я уже думал, ты никогда его не ударишь. Так. Опа-на, ёханый. Так. И еще. А, уже светает, ребята, уже светает. А вы знаете, когда светает, куда нужно идти? А я знаю. На перекресток покемонов, где у нас в одном центре могут заславиться 4 разные легенды. Да, я нашел такое, я нашел. Это место просто боги покемонов создали, потому что не каждый день такое увидишь. И вот сейчас, обещаю, вот сейчас. Я не успею. Вот сейчас я хочу добить этих двух пылесосиков, чтобы нашим поле он стал 40-м уровнем. Пожалуйста, потрём. Ладно, не успеем уже, наверное. Дрючьте друг друга. Я пока ваших братков подрючу вот тут. Опа! Нате. Нате пылесос. Нате еще пылесосик. 40-й. Опа-на. Добросил. Нате. И нате еще разочек. Опа, 40-й. И нате еще разочек. Попаду. О. Ребят, может мне в снайперы поддастся? А то я просто попадаю прям офигеть как. Так. А, да, сейчас, когда мне надо уходить, заспавилась просто куча этих пылесосов. Раньше не было такое. Ночью я бегал, никого нафиг не встречал. А вот сейчас смотрите. Прям утром, как будто нашествие пылесосов. Офигеть просто. Ладно, ладно. Да иди ты в пень, а я сам на тебе. Да иди ты в пень, я сказал. Я сам на тебя нападу. Нарва ты какой, а. И давайте, Випинбелла, давай. Давай вот так. Опа, красавчик. Вот так. Красавчик, просто красавчик. Так. Вот там еще два пылесосика и там еще один. Давайте побежим сюда, потому что тут их больше. Эмполи у нас, в принципе, сейчас будет 42-43. И потом, ребята, мы пойдем. Я, конечно, пойду реально попробую сейчас убить команду R. Я, наверное, заменю вот спинарака, вот этих худ-хутов, витпинбеллов. Да, ну, наверное, ёханый в рот! Этих тоже, наверное, заменю на легенд. И пойдем, ребята, попробуем их убить. Там тренеров, ну и в принципе вообще посмотреть, что там у нас дальше будет. Поэтому давайте, ребята, давайте. Домоюшки, я сказал. А хотя зачем домоюшки? Я сразу могу туда пойти и там все поменять. Вот что-то тупая башка у меня глючит. Здрасте, рыжий. Ты что, обиделся? Ты что так на меня посмотрел? Вот, здрасте, толстячок. Здрасте, школьник толстячок. Тут ничего. Ага, вот это и обижается, да пофиг. Пофиг, так, здрасте, элитная продавщица, шо у вас новенького есть, да? Мастербол за 128 монет, пфу, увеличила стоимость в 2 раза. Здрасте, тебя мы вздрючили, типа мы вообще наказали, толстячок. Подобали дальше, ребята, тут мы еще не были. Открываем, идем дальше. Что у нас тут будет? Опа-на, новая комната, присядем, полежим. Так, дальше. Значит, меня... Ах, ты какая, Значит, мне тебя задрючить надо. И тебя... Ты вообще кто, пацан или баба?
девушка, извиняюсь, мадам, мадмуазель. Значит, две девушки и один парень в одни куда-то в этой комнате. Ладно, ладно, ладно. Не смотри на меня, я пошутил. Так, ладно. Компуктер. Компуктер. Выкладываем Виппенбелла, берем. Несложно. Берем. Забдуса. Выкладываем Худхута, берем Селеби. И выкладываем Спинарака, берем Лугию. Лугия. Так. Карина, ее зовут Карина. Оу, привет, ты что тут забыл? Твои трусики забыл. Так, в смысле, за победой пришел, за победой пришел. Что это было? Ух. Ух ты ж, ёханый бабай, ребята. Что-то мне кажется, то что... Сложно. Сложно, ребята, все будет. Нас один Флорион, нас тупо порвал один ёханый Флорион. Ну ладно, Лугия вот этого затащила. Дальше, Драгон Раш. Даже не ударила. Ну ладно, вот этим. Нет, ребят, нам жопа, короче. Не-не-не, а скольких покемонов мы вообще убили? Селеби, у Селеби вообще атак по идее нету. Ансиент Пауэр только. Мы убили только двух покемонов. Двух покемонов, ребята. У нас есть какие-то лечилочки, восстановлялочки, поке... Нифига нету. Нет, ребята. Не-не-не-не-не-не. Легендам тут, в принципе, делать нечего. Мне так кажется. Легенды тут нифига не смогут сделать, потому что нам нужно именно прокачать наших покемонов. Мы убили трех покемонов. Даже двух. Мы убили двух покемонов, ребята. Нам нужно прокачать Эмполина, ну, потому что Эмполин у нас был 40-м уровнем. И прокачать всех наших остальных покемонов, потому что, как видите, мы просто что-то вообще как-то очень слабенько. Очень нафиг слабенько. Ладно, давайте этих забираем и Худхута сюда. Нужно, ребята, прокачивать. Нужно прокачать, потом посмотрим, что и как. Потому что, как видите, мы пока еще очень слабенькие. Да. Да, я думал, если честно, мы там хотя бы кого-то раскидаем, но, как видите, не очень. Ну, в принципе, если судить то, что Эмполи у нас был 40-м уровнем, ладно, 41-й, а нужно там минимум иметь... Охренеть, да ты что, издеваешься? А нужно там иметь реально минимум какого-то, ну, я даже... Да твою-то в задницу. А нужно иметь реально там хотя бы минимум какого-то 65-го, потому что, как видите, мы проиграли тренеру, который был... Какого? 70 уровня. А следующий тренер там вообще 75 уровня. То есть как мы вообще у него сможем выиграть? Ребята, это будет сложноватенько. Нужно прокачиваться. Нужно прокачиваться как можно больше. Как можно больше. Нужно потом будет поискать, наверное, качалочку какую-то. Помните, у нас в предыдущих сезонах, кто помнит, кто смотрел, у нас были качалочки, потому что мы их находили. Может, в этом сезоне мы также их сможем найти, так же, как вот эту команду R, базу команды R. Я там, кстати, Шайни вижу. Кто? Корфиш. Корфиш у нас уже есть! Поэтому мы даже не будем его пытаться словить. Так, басяндрики, наши басяндрики. Иди-ка ты сюда. Опа, я сказал, иди-ка ты сюда. Опа, на, вот на те. Так. Ну да. Эмфорос. Давай, Эмфорос. Давай, за работу. Давай, электробол ей в задницу. Опа. Давай, Фьюри, сигнал бим ей в задницу. Давай. Опа, красавчик. Нормально. Так, ладно. Да зачем ты на меня нападаешь, дурында, а? Так, потопали, ребята. Потопали. Эмполиану, ну, в принципе, почему и нет? Мы за эту серию мы уже прокачали 20 чем-то уровней. Харе лечиться, ёханый бабай, а? Твою-то мать, как ты меня заколебал. Твою-то задницу, а? Иди сюда, Эмфрос. А ну, вали её нахрен. Эту Альбатроса вот этого. Заколебал меня, если честно. И ты что-то тут хочешь. А, и ты еще что-то тут хочешь. Как-то вас много нафиг по заднице хотят получить, а? То кадабра, то еще кто-то. Так, босики есть, пожалуйста. Опа. Бабл бимом тебе. Альбатрос. Они друг друга дрючат. Ну ладно, не будем голубкам мешать. Так, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Так. Ну, Эмполио у нас сложно качать, если у него нету Эрквейка. А у меня, в принципе, или у меня есть Эрквейк.
Ну давайте, ребят, пойдем посмотрим. Если у меня есть Эрквейк, то МП Леша вообще будет мастером на все руки. Так, Эрквейк. Stone Edge. Дайте я вот эту фигню отключу. Rock Smash. Stone Edge. Shockwave. Earthquake. Два Earthquake у меня, ребята, даже есть. МП Леша. Держи-ка. Вот. И вот это вот. Опа-на, вот мы сейчас затащим. Куда это прахнулся? Ёхали, бабай. Остров для прокачки. А шо есть в зеленом биоме? Пикачу. О, кстати, ребята. Может мы пойдем и легенду-то спавним? Как вы думаете? Или уже поздновато, мне кажется. Наверное, ребята, уже поздновато. Давайте в следующей серии заспавним 100%. Мне что-то кажется, то, что тут нифига нету в этом глиняном биоме, как я вижу. Опа. А еще один шайни рулет, которого мы уже словили на начале этой серии. Идеально, идеально, идеально. Так, ника, да твоюх-то, ёх ты. Уйди, не беси меня. Так. Острые прокачки. Да, и нужно худ-худа, вот реально. Вот реато, реато. В предыдущей серии, кстати, мне предыдущей серии помогли мне найти джунгли, я надеюсь, то, что помогли. Почему я надеюсь? Потому что я вас спрашивал, я дал вам сид и сказал, ребят, помогите мне, пожалуйста, найти джунгли. Я видел то, что под той серией много было комментариев, мол, эй, сан джунгли вот на тех там координатах. Поэтому, ребята, в следующей серии мы с вами... Я видел там шайни, но этот шайни у нас уже есть. Поэтому, ребята, в следующей серии мы пойдем и проверим, действительно ли там есть джунгли. Зараза убила меня. Вот как тебе надо. Так, опа, чтобы выкинуть. Это. Офигеть просто, сколько хлама у меня. Да ты заколебала на меня нападать, а? Лапросики, пипапсики, пипы, шо, не знаю, что я хотел сказать, но лапросики, которые нам не нужны, потому что у нас уже есть. Так, вылечим. Худ-худ 18-й. Худ-худ 18-й, Эмполион 43-й. Мало. Очень мало, нужно прокачивать как можно больше. Так. Опа! Эмполеша. А ну-ка завали-ка вот этого дружка-ка нашего-ка. Так, Вулкарона, давай ты смогёшь. О, красавчик. Хрень какая-то нам выпала, сок нам какой-то выпал. Опа, вот. Но этого мы 100% должны убить. Пожалуйста. Ты что, издеваешься? Ну, да. Ты его очень сильно бьёшь, Эмполеон. Слабочина ты, конечно, в бочину бы тебе за такое, то, что ты так его слабо бьешь, даже Лапроса вот этого. Это не дело, ребята, согласитесь, то, что это не дело. Но 2000 опыта, это очень даже хорошо. Так, пик. Опа! У нас был ход-ход, сейчас станет Ноктавл. И мы на нем, ребята, сможем даже летать. Вы в курсе то, что у нас в этой команде 5 шайни? Вулкарона, конечно, не шайни, но все же. Это круто. Это, как круто. Так, давай. Ноктавла, ну давай, покажись на свет, а ну давай. Ох ты ж какой. Вот смотрите, ребята, смотри, какой у нас. А, какой у нас Ноктавлечик. Ночью, конечно, ни черта не видно, но все же. Пошли в зимний биом. Отведи, ребята, когда полчаса серии, у меня прям настроение есть снимать вот эти полчаса. А когда час серии, я уже такой, где-то на 45-й минуте, я уже такой... Убейте меня, пожалуйста, уже 40 минут снимаю, еще 20 минут снимаю. Убейте меня, пожалуйста. А вот сейчас, ребята, нормально. И если честно, мне даже хочется на завтра записать еще одну серию Пиксельмона, потому что она длится полчаса. И мне проще записывать две серии Пиксельмона по полчаса, чем одну часовую. И они, в принципе, веселее намного получается, потому что я сам веселее нафиг. Я сам веселее. А когда час это, ребята, это что-то слишком, да. Поэтому, ребята, я вам и сказал, если хотите час, я побежу. Куда побежу?
Я победил сам себя и буду для вас записывать часовые серии, если вы, ребята, этого хотите. Но, ребята, будем решать, вы все будете решать. Набираем 15 тысяч лайков на вот этой серии, выходит часовая серия послезавтра. Набираем 7 тысяч лайков, выходит серия Пиксельмона послезавтра, только полчасовая. Не набираем 7 тысяч лайков, серия не выходит. Ребята, все зависит только от вас. Ну, в смысле, серия выходит, но не послезавтра, а тогда, когда наберем, потому что, как я уже сказал, ребята, все зависит от вас. Мне просто нужно знать, хотите ли вы еще Пиксельмона. Ай, что там выпало? Хотите вы, ребята, еще Пиксельмона? Так, вот сюда. Опа, полетели, давайте, пылесосики, пылесмосики. Так, иди сюда, импулёша, давай, накажи его. А почему ты его так слабо бьёшь, я чё-то не могу понять. Даже баблбибом его... Да, даже вот это так и его намного сильнее бьёшь. Что за фигня, ты мне объяснишь? Опа, а почему... Кстати, ребята, вот только я сейчас задумался, почему я никогда не видел боссов-пылесосов? Мы их так много перебиваем нафиг, а я еще ни разу не видел, чтобы какой-то пылесос заспавился боссом. Ребят, мистика какая-то, мистика нафиг. Это мне не нравится, я хочу боссика видеть. Опа, на тебе. Давай, на тебе. Давайте, ребята, докачаем свайнуба до 46-го, если сможем, конечно. Опа, сюда. О! Сюда. Ай, о, попал. Попало! Попало. Так, давай. Опа. Офигеть, так мало опыта. Я думал, намного больше будет. Ну, в принципе, потому что я экспешера делал на Ноктавла, поэтому нам маленько опыта и идет. Очень мало. Но, ребята, хотя бы мы постарались пойти на команду R, и, в принципе, я знаю то, что с таким составом мы убьем почти трех покемонов. Почти. Но у нее там есть Вапорион. Хоть, в принципе, я на Вапориона кинул... На кого я кинул? Ребята, я на Вапориона кинул... Не на Вапориона, а на Флариона, на огненного, на огненную Иви. Я кинул как раз таки Эмполеона, а он меня убил с одной атаки. Огненный покемон убил водного покемона с одной атаки. Ну что я могу сказать? В принципе, у него был покемон 70 уровня, у меня 40-го. То есть разница 30 уровней. Когда вот такая большая разница, то даже огненный покемон может убить водного, потому что реально большая просто разница. Поэтому, ребята, нужно будет с этим что-то делать. Ну, как видите, Эмполеон у нас уже 45-й. То есть мы ему уже прокачали с тех пор 4 уровня. То есть у него уже сейчас где-то на 4% больше шанса выиграть у той же команды R. Но чем больше, конечно, тем лучше. Лукарона хоть, в принципе, тоже сильная, да? Но она 60-го уровня. А мы сражались против 70-го. Тоже 10 уровней, это большая разница. 10 уровней, это где-то разница 30 здоровья, 30 хп. Это, ну, ребята, это реально большая разница. Так, давайте вот этих пылесосиков еще завалим. Эмполия у нас уже 46-й. А Ноктал какой там? Какой у нас там Ноктал, ребята, еще нужно будет посмотреть. Да твою-то задницу. Давай, опа, вот. Вот, хорошо. А Ноктавл у нас уже... не посмотрел. Сейчас посмотрю. Да добей ты его уже нафиг, а? Да он что, издевается? Ноктавл у нас уже, ребята, 29-й. В принципе, тоже очень хорошо. А на этом вот под такую луну мы будем заканчивать эту серию. Ребята, я буду очень сильно рад, если вы влепите большущий палец вверх. Я надеюсь, вы все поняли, что я имел в виду, как будет выходить серия Пиксельмона хоть каждый день, если вы этого очень сильно хотите. Да. Большое спасибо вам, ребята, за просмотр. Не расстраивайтесь, потому что мы увидимся с вами завтра. Серии на моем канале выходят каждый день, поэтому, ребята, не забываем подписываться и не забываем нажимать на вот этот колокольчик, который также находится под, точнее, возле кнопочки подписаться, потому что именно он вам будет уведомлять, когда на моем канале выходят новые серии, как и на мобилку, так и на компьютер. Ребята, встретимся завтра в новой серии. Я всех вас буду ждать, приходите, я буду рад именно тебя видеть. Большое спасибо вам, ребята, за просмотр, всем удачи и всем пока.